все будет нормально, никого не ебнут. Кристина, нормально тут это, блядь, я не знаю, нахуй, что, блядь, отсюда вернуться надо, как супергероем быть, блядь, чтобы отсюда вернуться, это ебучая Украина, блядь. Ну, Артем, вот эти-то кто, из кого сейчас в отпуск отпустили, они как-то вернулись? Кто там с самого начала? С самого начала? Телевизор показывали. Нету никого с самого начала, они 3 месяца и бегут, нахуй, отсюда, они говорят, мы долбоеба, блядь, ну не на столько контракт подписывать, ёпта. Это вы загнали, ёбаный в рот, не знаю, народ уничтожает, ёпта. Это, блядь, просто нахуй, сам для себя так, надеюсь, да, вернуться, но это вряд ли получится, блядь, вообще нахуй. Вот енот тот, ёпта, вчера только нахуй говорил. Я говорю, нахуй, ты добровольцем ебанутый, пацан, блядь. Да я ебал, вот нахуй, мы здесь деньги заработали. Дурак ты, ёбаный, ты куда их потом с собой в Омск берешь или денег, что ли, ёпта?